В Омской области пенсионерка отсудила 20 тысяч рублей у Одесской центральной районной больницы из-за падения с лестницы. В феврале этого года 69-летняя женщина поскользнулась на крыльце и ударилась о бетонные ступени. Накануне прошел дождь, а сотрудники поликлиники не привели лестницу в порядок. Сначала районный суд не удовлетворил требования пенсионерки, сделав выводы, что травмы женщины не связаны напрямую с падением у больницы. Однако прокурор оспорил решение и настоял на его отмене. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда постановила взыскать 20 тысяч рублей с Одесской центральной районной больницы в качестве возмещения морального вреда.